При Брежневе советский строй в конец выродился в просто общество потребления, но при тотальном дефиците. И жизнь обывателя превратилась в сплошное доставание всего. От еды и одежды до автомобилей, мебели, стройматериалов для дачи. А тут разом сбываются все мечты. Любые продукты лежат свободно. Любые промтовары без всяких очередей, без блата, без талонов. И все они импортные, то есть заграничные. И даже фирменные.